В четвертой школе прошел совместный урок биологии и изобразительного искусства, мероприятие, приуроченное к всероссийской акции «Алая ленточка». Ученики пятых классов прослушали познавательную лекцию о профилактике ВИЧ и СПИДа и отобразили полученную информацию в рисунках. Члены волонтерского отряда «Доброход» раздали листовки, на которых ребята должны были написать свои пожелания губкинцам. Мы за здоровый образ жизни! С сегодняшнего дня мы выходим уже на лекции для начальных школ, для среднего звена, для колледжев, ну и для взрослого населения, естественно. Запланированы лекции в пожарной части, в полиции, в Муравленковском колледже. То есть это проводится для того, чтобы осветить эту проблему, чтобы люди знали о том, что это заболевание есть. Напомним, 1 декабря во всем мире отмечают День борьбы со СПИДом. В городской больнице будет проходить неделя тестирования на вирус иммунодефицита человека. Любой желающий сможет проверить свой ВИЧ-статус. Для этого необходимо обратиться в 20-й кабинет поликлиники.